Отмеряя первую пятилетку, дружный коллектив изумрудного города вступает в новую пору. Этот семейный клуб по организации досуга детей и молодежи был создан в 2013 году с подачи мэра Одинцова Александра Гусева. Изумрудный город стал местом встречи семей, где воспитываются особенные дети, ребята, которым привычные кружки и секции не всегда доступны. Такой подход позволил создать крепкое родительское сообщество, объединенное общим стремлением быть вместе и оставаться в курсе актуальных событий. Наши ребята участвуют в различных и международных конкурсах. И с нашим проектом «Изумрудный город» мы дважды становились лауреатами премии «Наше Подмосковье». И вот в этом году был конкурс «Ко дню города творческий, художественно-прикладной». Наш клуб занял первое место среди всех учреждений Одинцовского района. На дне города в карнавальном шествии мы гран-при получили, делали большую муху-цокотуху. Мы очень живем активной жизнью и ребят как бы не отделяем от общественной жизни. Наша задача их, наоборот, туда интегрировать. День рождения – это всегда праздник. Артисты сегодня – дети. На сцене – флейтисты и вокалисты. Ребята декламируют стихи и с радостью включаются в работу создание поздравительной открытки любимому клубу. Наш изумрудный город – это наш самый любимый город, который есть вообще на всем свете. И в свою очередь мы хотим поздравить изумрудный город с маленьким юбилеем. Нам сегодня 5 лет. Пожелать всего самого прекрасного, видеть только, а вернее слышать только приятное. И чтобы все наши жители, чтобы все наши родители, все наши педагоги ощущали только счастье, радость и любовь. Хотелось бы поздравить и поблагодарить, наверное, за вот это отношение, за то, что они делают для наших детей. Ну, мы все такая большая и дружная семья. Давай стишок. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый голосок. Речка, небо голубое, это все мое, родной. Это родина моя, всех люблю на свете я. Какие достижения без педагогов? Родительская благодарность не знает границ. Преподаватели изумрудного города – дипломированные профессионалы, которые умеют и знают, как работать с особенными детьми. В клубе занимаются более 50 семей. Адрес прежний – улица Маршала Жукова, дом 36. В этом году, благодаря поддержке сторонников партии «Единая Россия», появился пандус. А на день рождения активисты преподнесли ребятам торт, такой же яркий и необыкновенный, как жизнь в Одинцовском изумрудном городе. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».